Аркан маги. А чё там все, 4 стака разрядилось, 4 стака разрядилось. Ну какие там клавиши, говорят, где кнопки какие? Ну, бля, чародеевская вспышка до 4 стакаешь, надо разрядить, потому что он маны дохрена. Чем больше стаков вспышки, тем больше маны скилла ты. Так, первая кнопка чародейская вспышка, а вторая... Ну, либо стрелами разряжаешься, либо последним скиллом. Который в ветке талант последний. А мы не вкачанным стрелом? Блять, я не знаю куда. Да, стрелами разряжаешь. Там сапфир крафти пока еще обязательно надо. Так, прикольно. Почему тут все у меня усилки в инту забиты? Шаман, кидай на другого танка орехи. Не, блять, не поджигай мне жопу. Не спеши ловушки прощакаю. Так, пока вы бьете трэш, я сейчас стрелом. Бать, я на коте ротацию забыл, блядь. Это хуже, чем забыть ротацию на ханте, например, да? Или на аркан маги. Я как-то что-то давным-давно друидом не играл, а в последнее время хилил. Сейчас что-то спекнулся и... Танки. Бать. Там комбо поин. Как он у тебя не привычный. То есть надо проки соблюдать. Вы не Вера, это кто, напомните мне? Кто? Это ж Настя, Верба. А-а-а. Не спеши. Будь бы в диз зашла. Слева снял. Чисто.
Так, кого у меня нету? Япончик, заходи. Да, я уже заходил. Закончили страшно, да? Угу. Ставим шкаф. Так, полы разобрались, там, по-моему, фуба вдаем. Вроде все есть. Заходишь? Да, я гружусь. Кто тут топовый РДД? Гримписик? На кого вообще обычно МК кидаются? На кастера кого-то сильно. На Элема, на кого-нибудь, на сову какую-нибудь. На Лока. На Лока, да. Я, Мак, ты мне МК можешь не кидать, я тут не дамажу. Типа, на кому, кому полезно будет учки. Он пришел. Боянга уже, да? Еще хуже стало. Да. Кстати, блять, Холи Пал, типа, каску. Аштяк. Надо мне 300 раз суммонить. Войт, у меня еще хуже стало. Ничего страшного, пытку пожми. Да чё, ну это пиздец. 17 кадров показывает почему-то, я не знаю. Нормально, чё. Всё, пуляем. Дайте просто каску-то, ёпти. Ага, нормально. До этого было 40, я из этого релогнул. Сейчас 17 вообще. Я просто слайд-шоу. Я видюха, может быть. Не-не-не, мне однозначно надо релогнуться. Второй план. Знаешь, как та ситуация у адмирала вообще такая же. ППС это с компом, чё? Это не с интернетом. Короче, вы этого босса меня бьете, реально отпишу. Ничего страшного. Ой, скажи ник танка второго. Ляньпо. За спину забегай. Не рисайте. Я сейчас релогнусь еще. Осколок есть? Да.
Забираю. Забрал? Да. Надо этот ЕПГП как-то офнуть. Просто нет, нажимаешь и все. Да я нет, нажал, там все равно, блядь, как-то поеб. Несси даже не последний ДПС. Что наделены особым знанием. И даже не перед танком. Да мой ДБМ не работает, я там хоть 5к дал. Причем тут ДБМ? 10 кадров. Глянь, побеги. Посмотрите на свои руки. Череп убейте, потом крест. Оверхитьте одного танка. Глянь, вот ты здесь. Там еще вестник есть? Два там. Крестик бейте. Они все вестники, не поверишь. Хильте, потому что если упаду, вы упадете. Бейте вестника смерти. Глянь, вот ты в дисе. Ты дебил? Покинь тело и заходи в инст. И забегай сюда. Сколько уже играю на этом сервере, уже 2 года. В первый раз узнала, что тут, оказывается, можно что-то пружить. Это вот. Да, там усиление магии будет. Каст. Магом в РБК ништяк забирать. Во-первых, я не понял, чтобы я такой хуйни больше не видел. Не врывайся ни в какую кучу, блядь. Что ты сделал, блядь? Ты перебежал вниз и сагрил полкомнаты. Ты дурачок? Ставлю метки, значит, на мобов, которые ваншотают. К ним нельзя проходить близко. Их бьют только РДД. Я сапну вестников, да, и все. Похуй. Вот я сагрил, вот их бей. Эвейт. Он сейчас нахуй побежал, да? Меня слышно? Да. А у тебя есть прога япончик на температуру проверяет компьютера? Дело не в этом. Кот, ты знаешь, что не в этом. Ну я знаю с ком. А чего тогда у тебя 17 ФП? Убегайте от креста. Да какая разница, я уже решил эту проблему. Сейчас 160 показываю. От креста убегайте от черепа. Заэвейдился, слышишь, опять? Да, кто упал, сразу встает. Отнял полрейд долго. Зачем это БОЕ нужно? Оно 300 голды стоит.
На кристалл пропасти? Ну, 300 голды тоже деньги. Сколько 300? Он стоит 50 голды, вы о чем? Тем более. 50 голды. Поздний раз подавал на ауке. 50 голды лучше, чем 0. Не, его реально выглядит. Шаман, я тебя не видел. То, что ты писал, у меня летит... Я тебе в Дискорд сказал, кидай на другого. Значит, танка. Я не слышал. Все, сейчас я тебя увидел. Настрой, чтоб видеть ваши... Мы раскипишевались. Очень удобно. Меня это постоянно очень бесит. А когда ты мне орей. Бунду, блядь, перебиваешь мои орей. Спецом. Я буду на пауэ кидать. Тогда. Да. Цельная настрой, чтоб видеть второго шамана по щиту. Это очень удобно. Био попасть. А чё Дгуит лежит, блять, уже который минут? Лезите. Приуныл. Тут добежать, блин. Войт. Лень по слева, чё? Чего? Рыбу. Чек на пол. Рыбку поставишь? Нет. Валы, дайте бафы, блядь, как я вас люблю. У кого есть рыба, поставьте, пожалуйста. Поставили. Деньпо, ты слева. ДКшка в дисе. Дайте место провода, место монорега, каски нормальной, пожалуйста. Ребят, сейчас подойдет друид, я дам каску. По одного пала вообще никакой баф не стоит. Чё ты бафаешь, враска? Я кулак. Терминон, ты в дисе? Хулипал, чё, каски у вас бафает? Без понятия. Хулипал каски, да? Вот и бафайте. Если люди упали, сразу обновляйте баф по ним. Ну я сказал, сейчас подойдет друид, чё мне заново перебафывать? Понимаем, готовимся. ДКшник притянешь моба налево или направо, куда хочешь, к танку, с лестницы, которая будет. Что ты распределял? Ляньпо слева, вот здесь, где жук лежит, другой. Все бьют трэш со всех сторон. С какой не добили, поворачиваемся и бьем. РДД, милики, бежим. О, жук лица, ты тут? Пушечки снимать не забывай. Все, пуляем. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Вот это говно РДДшное убивайте, вот он щит на себя кидает. В приоритете бьются приверженцы всеми классами. РДД, хуй, РДД, блять. До того, как он бросит щит на себя, его нужно слить. Иначе он будет, блять, стоять и кастовать говно всякое. Потом фанатики. На фанатиках танк набирает агро.
трэш. Ты не в силах противиться моей воле! Вы осознали бессмысленность своих действий? Он про хила, пожалуйста. Полина, поднимай грин персика. Грин персик паладина. Его не, подожди. Кто-то. Значит, ты поднимай паладина. Грин персик во второй пати. Значит, все немножко. Киньте контроль. Блять, он пушки не снял. Бегите от него. И зеленку не пожал. Все. Немножко встаньте поближе к лестнице. Сейчас один танк. Один танк. Один танк. В центре мобы на звезде. Милики по краям приверженцев убивай. Переводите босса. Вихрь по человеку. Медведа даешь, поднимай в раску. Переводим. Не, на пол входа. Медведа даешь, поднимай в раску. Зачем вы бьете? Подождите, блять. Ну и пончик не может ждать у нас. Нет, Войд. Я нажал уход в тень. И что? И что? Я не ДК тебе. Я нажал уход в тень, и мои доты все равно набрали агро. Ты как будто Америку открыл. Давайте, босс. Нет, давай. Я просто не люблю, когда ты в медведе. Ну что, а кто любит, блядь? Ты опять заберу, сразу полюбишь. Ладно, мальчик, не ругай. Давайте, добивайте босса. Дух мили пошел. Духи не надо анонсить, не надо это говорить. Сколок есть? Скажу. Ваша смерть неизбежна. Да, есть. Сейчас. Там БВЕ есть. Идем на трэш. Так, сейчас я тебе дам. Забирай. Все забрал. Идем дальше. Я не путаю, где си? Че ты? Я не знаю. Вроде не так плохо с игро на самом деле. Да, типа, под конец пятым ударил, типа вообще даже в агро не вырос. Агро набирается, только я, может быть, вам Америку открою, но чтобы набрать мишки агро, нужна ярость, во-первых. Чтобы ярость была, нужно, чтобы его пиздил кто-то. Чтобы мишка набирал агро, нужно находиться вплотную к боссу. Босс, кончилась мана, но у него начинается чистый агролист. Как можно это нажимать понятно. На что-то на этого босса? Это тебе не ДЛК, с ВПшку дал, блядь, через пол карты, блядь. И набрал, блядь, 100 единиц агро. Это не ДК. Это не Т5.
где стычки дал, 300 единиц огромный. И стоишь гидроса танчишь с 4 мобами. Поэтому, если вы какие-то нюансы не знаю, я вам это просто подрассказал. Имейте в виду на будущих боссов. Не, мол, его можно понять, ты ж когда ходишь нормально, или ты расслабляешь. Блять, не надо расслабляться никогда. Мы же хотим все убить правильно, то есть за 2 часа, 2.5. А не сидеть тут. И вайп я не хочу видеть вообще никак. Не, ну типа леди самое сложное. Мы хотим убить профа. Леди типа самое сложное из того, что тут есть. Леди... Гери еще может быть сложно, здесь хуета. Гери она сложна тем, что не таунтится. Мне помидорами только не закидайте, а в обычке один контроль. Да. В обычке один контроль всегда был, да. Ну вот Герит. Сюда, смотрю, больше никого нет. Ладно. А кто спрашивает про чилку? Кто-то в рейде или что? Нам повезло, что не фаза молотков была, а то долго контролили. Ранцы все берем без исключения. Может черныш подамажит, а я похилю? Как хотите. Я уже забыла про контроль. Медвед, уходи. Так, Леньпу на нашем корабле, на него напуливайте. Ранцы, берите все. Блять, удалил рекаунт. Короче, пушки не забагайте, самое главное, запустим. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня так, почувствовали это кто с собой. Врагом, я не понимаю, вы что? Здесь испортанет на корабль. Почувствую лок вот этот, с одурения. Да пахтанет их, пахтанет при начале боя. А у вас что, маковка? Что это там вдалеке? Оффлейн. Не знаю. Проверьте, надели ли вы пушки. Гильдии спросите, если кто пойдет, он вам зашел. Ожог лица, ты в дисе? 2 мага бьем, потом улетаю, скидываем стаки. На корабле остается кто-нибудь? Линпо. Нет, Дрога может остаться максимум. Остальные все перелетаем зергом мага. Приоритет убить мага. Чем быстрее убьете мага, тем быстрее пушки убьют корабль, тем быстрее пройдем босс. Два мага будут там стоять. Можете перелетать сейчас мага. Забейте с хила сержанта. Сейчас есть мид танк. На корабле-то битва. Там кружок. Все, пока вокруг всех мобов позаприятьте. Жейников, хуейников, вот этих всех дураков, гарпунчиков, блядь. Еще мак выйдет его зергой, мы улетаем. Потом я стаки скину, то смотри, один еще прилечу. Мага зерга. Пошли мага зерга. Я смотрю, вы решительно намерены убить профа. Улетайте теперь. Улетайте, поскинем стаки смородины. А чё, проф, это авторитет? Ну, местный. Я вообще-то хочу лича убить. Руженика бейте, РДД, вон, блядь, иссушение приз дает. Прияльте. Подошли. Не, вот, к краю. Если надо будет, я на лича могу эльму зайти. Там посмотрим. Ну, один оружейник уже подрос. Перелетаем, всех уярим. Приоритет маг, потом все остальное.
уже быстро. Просто посмотри, что там, как хилы хилят, оцени там. Поближе к таким боссам сложим, чтобы поднимать. На ком они тебя посмотрят? На кораблях или на сурке? Да вообще на любом, на трэше, на кораблях, везде. На прелестях посмотрим. Че люди кастуют? В собаках можно проверить. Мага бьем. Долоране духом человек бегает, что ему делать? Маски вставать, что еще? А, попробовать поискать его труп. Побегать в Долоране. Не буду я искать там труп. В Долоране есть воскреситель. Вот, найди его. 10 маской будет. Ну, ничего страшного. Ну проще спрыгнуть вниз через Клоаку. Добежать до кладбища, которое там, чтобы резнуться в ЦЛКшной в ледяной короне на кладбище оказаться. Ставим. А он пока будет бежать, маска быстрее спадет. Это именно. Я вижу, вроде нет. Да там бежать. Вы нормально. Советчики, говорю. Ты в Раске ему и придумал челлендж, блядь. Тимыч, а кто спрашивает, кто в рейде или кто-то не в рейде? Не знаю. К сундуку не подходите. Почему нет? Потому что маг еще не в рейде. Ожог тебе надо? А, его не было, по-моему. Ну пускай он встает с маской или что, с аммонием. Время. Кольцо хорошее. Мне бы с ХМ-ки его. Карина, колечко. Ой, да я на этой неделе уже забрала такое колечко одно. На Холли Пау. Думаешь, второй раз повезет? Я думаю, да. Все сейчас нахуй, как наебашу 13 косвы. Это. Так, бьем на ступеньках, чек на пол. Можно я тоже быстро, ну как следует? Рога, Хант, вы тут плюс рейд. Тогда что? Рыба будет? На звездочку на пул с пула хорошенько. И тут только с пула надо там летаунти. Япончик поставишь, рыбу будет. По сальвам, Ретрик. Ретрик, Раска, Колипал, посмотрите. Омен, если он у вас есть. Я надеюсь, что есть. Если кто-то будет подбираться к танку по агро, идите сальву. У меня есть Оман. Ну, враз, когда посидят, будет кидать. Да. Что тебе? Если что, сначала инстал мне сказал, мы ролим на один спек, не на 10. На один какой-то. Если вы ничто мне не напишите в течение прохождения, на какой вы спек ролите, то будете ролить на тот, в котором вы сейчас идете. Я, если что, на сову ролю. Мой друид. Угу. Лень поезд. Я на котика. Только нихуя не надо, блядь. Печеньки. Во. Так как шаманы всего лишь двое, могу я на РДД ролить? Да, роль. Ну, заебись. Прости, а тебе что-то с обычки нужно? Можно, волю. Геру не забудьте начать. Талик. Что там у нас, сколько, 4 сальвы есть, да? Или 3? А, 4, все правильно. Посмотрим, и ты даешь. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественного имя короля Лича? Ха-ха-ха!
Дань бог. Не за спайтом. Дотки на трэш накидайте и убейте их вообще. Надо было, чтобы он первую метку поймал. Вы шутите там? Хилы. Да так Макс Маск его от АОЕшки убило, блядь. Шо хилы? Два пола. Это два труп. На сухте. Тимыч так умер. Сальву по-вражески, да? Смерть, и потом говори. Вот я озвучил смерть. Я вижу. Нет, я Карина. Все не так плохо у меня с магом. Ай, Пал чуть-чуть меня обогнал в ХПСе. Прям под конец. Я ж сказал, что лоб 10 даст. Печеньки. Че, две печеньки и все? Как это? Пошли дальше. Чувство кидалово. Ну, скинул. Ой, видишь, еще упал вроде. Петушачий вообще.